Приветствуем, с вами Fork News. Давно не было новостей о России. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о начале тестирования стейблкоинов в регуляторной песочнице. Банк тестирует функционал стабильных криптовалют, которые обеспечены реальными активами и выпускаются другими компаниями. При этом банк не рассматривает их в качестве средства оплаты или денежного эквивалента, но все еще изучает возможность выпуска собственной криптовалюты. Набиуллина считает, что не стоит категорично отказываться от стейблкоинов, ведь многие страны проявляют к ним интерес. Запуск государственной цифровой валюты требует серьезного подхода, а для этого нужно оценить ее преимущества перед системами быстрых платежей между физическими и юридическими лицами. Набиуллина считает, что если физлицы смогут хранить деньги на счете в Центральном банке, то от перетока средств могут пострадать коммерческие банки. Поэтому нужно учитывать, как такие нововведения могут отразиться на российской финансовой системе. На сегодня это все. Ставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на наши соцсети. Все ссылки в описании. До новых встреч!